6, 7, 8. Полчаса до начала конкурса, а репетиция продолжается. На глазах у конкурентов по танцевальному цеху школьники оттачивают движение. Каждый из них мечтает победить на осеннем конкурсе «Стартин». В прошлом году на весеннем чемпионате мы заняли 2-е место, поэтому практически весь год мы регулярно занимались. И за 9 часов тренировок поставили очень крутой номер. У нас и акробатика, и четкость, и пластика. У нас будет все. В этом году конкурс стартует в Ивантеевке. В первом отборочном туре участвуют 7 команд. Формировали их ребята сами. Всего в танцевальных состязаниях примут участие около 300 школьников из городского округа Пушкинский. Это огромные перспективы в плане того, чтобы выразить себя, показать себя. И так как у нас много талантливых девочек, и вообще мы любим танцевать, поэтому мы, конечно же, сразу же пошли ставить номер. Это такой своего рода перформанс, что-то необычное. Все просто танцуют, а у нас со стилистикой, со вкусом. Что-то необычное. Необычное, новое. Задача конкурса – раскачать школьников Пушкинского, познакомить их поближе, зарядить на позитив, раскрыть их таланты, часто скрытые, и снять внутренние зажимы. В этом году ивент приурочили ко Дню народного единства, поэтому много народных танцев нашей страны и не только. Мы приготовили национальный грузинский танец «Ачирули». Нам понравился колорит этой страны. Мы хотим как раз передать все настроение этой страны, показать красоту и красоту самого танца. Скоро выберут лучших участников из Пушкина. Здесь отборочный тур пройдет 17 ноября. И Красноармейска. Команды встретятся 18 ноября. Прием заявок на участие от школ еще продолжается. Победители городских этапов сразятся через 2 недели в финале. Нужно понимать, что «Стартин» – это не профессиональный конкурс. То есть мы здесь не за то, чтобы оценить именно танцы. Мы здесь за то, что команда образования, именно раскрыть ребят, вот покажите нам свои таланты, не стесняйтесь, познакомьтесь, приходите дальше в молодежный центр. Вот мы больше здесь за это. По результатам ивантеевских «Стартин» 3-е место заняла команда 6-й гимназии. Серебро у ребят из 7-й школы, а лидером конкурса стала гимназия номер 3. В конкурсе капитанов лучшим признали Дениса Пименова, ученика также 3-й гимназии. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа.